Рассел, послушай, тебе это будет интересно. Я поймал сигнал неподалеку. Мы наконец-то поймали мятежника. Осталось дать его боссу. А он пока пусть посидит в подвале. Наши ребят с ним побеседуют. Хер, пацаны, батон корешей прислал. Ты кто такой? Не пускать его в тронный зал!
прикольно, брат. Это они мои тебя завалили. Молчать! Это военная операция! Молчу, товарищ начальник. Пленник, где вы его держите? Кто? Ах, этот! А он в подвале. Брат, слушай, опусти пушку. Вранье. Я весь подвал осмотрел. Нет там никого. Так он не в этом, в другом подвале, который под универмагом. Ну, если врешь...